Если стойка на голове кажется вам чем-то невозможным, и вы даже не мечтаете когда-нибудь ее выполнить, эта инструкция для вас. Для выполнения упражнения необходимо провести подготовительный этап, чтобы не навредить организму. Для начала нужно научиться удерживать уголки и стойки на предплечьях или руках у стены. Не забудьте перед занятием хорошенько разогреться. Уголок на предплечьях у стены. Встаньте на колени. Поочередно поднимите ноги и упритесь стопами в стену на такой высоте, чтобы получился прямой угол между корпусом и ногами, когда вы выпрямите колени. Таз должен находиться ровно над головой. Макушка направлена вниз, шея расслаблена. Удерживайте это положение 30 секунд, затем опустите ноги. Уголок на руках у стены. Выполните такой же уголок, но с опорой на ладони. В исходном положении поставьте ладони на пол ровно под плечами. Разведите пальцы пошире, подтяните запястье. Стойка на предплечьях. Встаньте лицом к стене на расстоянии около метра от нее. Поставьте локти на пол перед собой на ширине плеч. Сделайте сильный замах вверх одной ногой, одновременно поднимая корпус и другую ногу, чтобы поставить обе стопы на стену. Важно, чтобы маховая нога была прямой. Это создаст хорошую инерцию, и вам будет легче подняться и перевести вес на стену. Стойка на руках. Встаньте лицом к стене на расстоянии около метра от нее. Поставьте ладони на пол перед собой на ширине плеч. Разведите пальцы пошире. Сделайте сильный замах вверх одной ногой, одновременно поднимая корпус и другую ногу, чтобы поставить обе стопы на стену. Стойка на голове. Положите ладони на макушку, скрестив пальцы в замок, и разведите локти в стороны. На полу должна оказаться точка чуть выше лба. Выпрямите ноги, встаньте на пальцы и подходите как можно ближе к рукам и голове. Затем очень аккуратно начинайте поднимать ноги вверх. Тяните плечи к тазу. Не поднимайте прямую ногу и не делайте замах, иначе инерция уведет вас назад и вы упадете. Для начала будет достаточно простоять 30 секунд. Постепенно можно увеличивать время удержания позы до 1-3 минут. Тренируйтесь регулярно, и все получится. Будьте в форме!